У сьогоднішньому випуску «Спорт у місті Н» вправець фітнесу покаже та прокоментує досвідчений тренер, чемпіонка України та Європи з пауерліфтингу і фітнесу Тетяна Балашова. Здравствуйте, дорогі телезрителі! Сегодня мы опять с вами, моя помощница Леночка. Добрый день. Я Татьяна Балашова, тренер по фитнесу. Мы продолжаем наши тренировки. Сегодня они будут интенсивные, как всегда, суперсетами. Проработаем все мышцы нашего тела. Ягодичные мышцы, ягодичные мышцы, мышцы спины, мышцы пресса и кардионагрузочка. Начинаем. Сегодня нам в помощь мы взяли гриф пустой. Это может быть любая палка, не тяжелая, я не знаю, там деревянная, пластмассовая, там 2-3 килограмма. Швабра, ну, может и швабра, да. Главное, чтобы она была прямая. Мы начинаем наше упражнение. Первое упражнение будет подъем ног и рук одновременно. Подняли ручки вверх, локти держим параллельно и на выдохе поднимаем ножку вверх и тянемся ручками к носочку. Поднимая ножку, мы напрягаем мышцы пресса, выпрямляем ножку полностью, чем выше, тем лучше. Максимально пресс напряжен, и на выдохе мы тянемся вперед и вперед. С каждой секундочкой увеличиваем нагрузочку, скорость. Минимум по 10 раз на каждую ножку, максимум по 20. Второе упражнение. Кладем гриф на плечи. Ставим ножки на ширине плеч. Упражнение для мышц спины. Локти подняты вверх. Делаем наклон корпуса, коленочки чуть сгибаем, убираем нагрузку с позвоночника. Опускаемся максимально вниз, вдох, и на выдохе подъем полностью не разгибаем спинку. И делаем вдох и выдох. Вдох, подбородок вверх, выдох. Следующее упражнение. Остается гриф на плечах. Мы делаем выпад назад одной ножкой. Помним, прямой угол впереди стоящей ноги, на пяточку упираемся. Вдох, приставили ножку, второй ножкой коленочку вверх. Опускаемся, вдох, и на выдохе тянем коленку к груди. Следующее упражнение. Берем гриф и делаем наклоны. Мы его не отпускаем сегодня, да? Тоже всеми любимое упражнение для женщин, которое делает заднюю поверхность бедра более подтянутой, более мышечной, так сказать, более упругой, потому что задняя зона у нас не рабочая так, в процессе жизни. Постановка ног у нас, ножки вместе, коленочки вместе, носочки вместе, спинка расправлена, плечики, лопаточки свели. И делаем наклон корпуса вниз максимально к шнурочкам, Лена. Колени чуть согнули, вдох и выдох, полностью встали. Это упражнение делаем минимум 10, для начинающих максимум 20 раз. И тоже по минимум 3 подхода, максимум 5 подходов. Следующее упражнение у нас для спины, верхней части спины, плечи и ручки. Ножки поставили на ширине плеч, колени согнули. Ручки держим гриф максимально широко. И на выдохе поднимаем вверх, корпус не поднимаем, только руки. И опускаем плавно вниз. Вдох и выдох. Тянемся максимально вверх, к ушам, вот. Секунду задерживаем вверху, укрепляем верхнюю часть спины, среднюю часть спины, ну и, соответственно, статическая нагрузка идет на поясничку. На сегодня наша тренировка окончена. До новых встреч!